Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, дамы из клуба по интересам и случайно зашедшие зрители. Те, кто впервые на моем канале, этот ролик шуточный, юмористический, и мы будем говорить про блогера с канала «Страничка Надежды». Что она для нас накуролесила в этот раз? Примус наша Надя увидала, речи дар свой потеряла. Мимо Наденька прошла, примус дом не приобрела. Надька, все же ты вернись и с мозгами соберись. Примус ты себе купи и в Россию привези. Там тебе он пригодится. Вся деревня удивится, на нем пельмени будешь варить и с соседом говорить. Керосину прикупи и с собой все привези. Там в деревне будешь жить, есть пельмени и не тужить. С примусом жизнь совершенно другая. Купил канистру керосина, и тебе электричество не нать. Костер не нать, газ тоже не нать, а наша нать ничего этого не знать. Про травушку-муравушку зелененькую. Надя травушку щипала, все пинцетом отрывала, чистила свое болото. Видно, было ей охота. Затянулась бурой тиной водоема дно давно. Думал мозг ее одно. Куда травку она денет, выкинет и не получит денег. Говорит, не покупает. Надьку мимо посылают. Но просить не забывает. Про донаты вспоминает. Надь, а ты эту травку предложи своей дочке. Она ж у тебя любит всякую зеленку есть. Может, ей понравится. Скажи, что это водоросли, что там йод, что там все очень полезное. Зря не пропадет. Дальше. Картонная дурилка. Дочь в коробке будет жить. Надо дочу приучить. Вдруг бездомными все будут. С дочерью картон добудут. Смастерят себе дворец. И будут жить в нем, наконец. В нем удобно, тихо, сухо. Может залететь к ним муха. За жилье платить не надо. Картон для Наденьки – награда. Это видеть очень надо. Добро надо паковать, когда в Россию переезжать. Очень ценный материал. Коробки для упаковки. Чемоданы она уже набила. Надь, коробок собирай побольше. При переезде это первейшее средство. Культурное кофепитие. Некультурная семья. Дурость их нам всем видна. Трутся душами в Икее и от терок тех шалея. Ошалевша Агаша в контейнере орет, как потеряша. За бесплатным пойлом тащит деток. Кофе пьют вместо конфеток.
За столом они сидят и в пустой стакан глядят. Снова жидкий чай им дома разбодяжит Надька снова. Вот мы все спрашиваем. Зачем Надька ходит в Икею? Да за столом посидеть, как культурный человек. Дома у них понятия культуры застолья нет. Они едят, как попало. Но она иногда вспоминает, что мы говорим об этом, и показывает, как она накрывает стол. 4 стакана с жидким чаем и какие-то помятые пироженки. Очень вкусные. Я так думаю, это ужин. Наверное, притащили объедки из Икеи вместе с картоном. Следующее. Кружева на панталоны. Ой, добра у Нади много, в магазин старья дорога, там ей можно покупать, о богатстве там мечтать. Дочь у Наденьки в рванье, кружева взяла вдвойне, панталоны будет шить и под юбочкой носить. Ей без кружева никак, это знает и дурак. Скоро будет юбилейный стрим. Мы, конечно, поглядим, как нарядится Надюха, будет в кружевах от попы и до уха. Что, ждем стрим, смотрим. Юбилейный, а на юбилей полагается наряжаться. Вот как только шьет себе панталон с кружевами, так и будет стримить. Больше подадут. В панталонах да в кружевах столько насобирает донатов, что и хватит еще на один дом. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам хорошей погоды, потому что у нас уже, прям как в песне, полгода плохая погода. 1,5 месяца льет дождь, а на планете сплошные катаклизмы. Так что желаю вам, чтобы эти катаклизмы обошли вас стороной. Светило солнышко, был легкий морозец и хорошее настроение. Пока-пока!